Дядя Федор, Шарик и Матроскин возвращаются. Продолжение мультфильма Эдуарда Успенского выйдет в виде комикса. В новой сказке в Простоквашино приедут городские коммерсанты, которые захотят перестроить почту в автосервис. Улюбившиеся всем герои попытаются отстоять свою территорию и помешать этому. Творческая история Авраама Руссо тоже продолжается. Более того, артист намерен вернуть себе былую популярность. Почему Руссо больше не работает с продюсерами и как он променял Орбакайте на Согдиану, расскажет Сабина Таргаева. Я не отдам тебя никому, прощу любую твою вину. Этому хиту больше 10 лет, и как бы исполнители не старались повторить успех, ВОЗ пока и ныне там. Целый год мы ждали с Кристиной Орбакайте. Спустя 10 лет сделал такую штуку, скажем, выпустить песню. Мы не могли найти песню, которая достойная она и может стать хитом. А вот с Согдианой все пошло куда быстрее. Едва познакомившись с девушкой, Руссо записал с ней песню и даже снял клип. Нет невозможного в мире под звездами. Последние несколько лет я работал, существовал, везде был, но все равно не так активно, как раньше я работал, я откровенно говорю. То есть это, как говорят в народе, там в России, это мой косяк. Из США в Россию артист вернулся в 2010-м, но только сейчас активно занялся творчеством. Говорит, на это были свои причины. Я доверял продюсерам. Это была моя ошибка, огромная ошибка. Вернулся, с первым работал, со вторым. Ни один из них палец на палец не трогает, понимаете? Потому что все у них цель одна – зарабатывать только. Результат одиночного плавания, дуэт с Согдианой, новый альбом и даже книга. Буквально сразу после презентации новинки с восточной красоткой Руссо выпустил еще одну песню. Я тебя найду, за тобой пойду, тебя я украду, как же тебя я люблю. Несмотря на бурную творческую деятельность, сольное плавание дается Руссо не так легко, как хотелось бы. До сих пор во главе радиостанции решающие лица, они остались в 80-е и 90-е годы. Для них до сих пор являются какие-то вот итальянские артисты авторитетами. Во что выльется камбэк Авраама, остается только гадать. Но судя по реакции публики, зеленые глаза артиста и проникновенное исполнение до сих пор будоражат чувства многих дам. Сабина Таргаева, Даурен Мергалиев, Новости Ревю.